Здравствуйте, это Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Мы владельцы предприятия по производству прекрасного, универсального, самого лучшего удобрения вермикомпост или биогумус. И в сегодняшнем ролике мы озвучим вам, что вермикомпост может быть также и универсальной валютой в расплате за товары и услуги. То есть, суть вопроса примерно такая. Все можно продавать за деньги, а можно, соответственно, обмениваться. В данной ситуации в одном из наших роликов мы призывали к объединению червеводов. Объединение ради общей цели, там, каких-то общих продаж. Но в силу нашей огромной географической разрозненности этот вопрос невозможен. И чаще всего у нас всегда шло по вермикомпосту именно через продажу. Если вы хотите что-то приобрести, например, перед нами экологически чистые овощи, это свекла, это сельдерей, это капуста. Это мы обменяли у Николая и Ирины, вы всегда видели их ролики к этому нашему канале, который начинается с МИ. Вот я сейчас маленькую вставочку сюда вставлю. Ну что, Николай приехал, 800 литров биогумуса в мешках по 60 литров каждый мы загрузили. Хотя бы одно слово, Николай. Может ли быть биогумус валютой? Да, наверное, раз я приехал. Вот. Вот и вам так советую. Если да, если есть биогумус, либо экологически чистые овощи, ищите вот такой вот вариант. Кто хочет есть вкусные овощи, землю надо кормить. А по-другому никак. Все. Без конца она не может выдаваться. Да. Да? Ставили. Вы знаете этих людей, мы знаем этих людей. Они выращивают экологически чистые овощи, у них прекрасные теплицы. У нас еще нет возможности именно теплицы, которые уже в конце марта, огурцы, это овощи прекрасные, то есть зелень растет, все пышет здоровьем, а у них еще недостаточное количество вермикомпоста. И вот яркий пример, когда объединение необъединимых, казалось бы, людей, да, то есть они производят уже готовую продукцию, мы производим сырье для этой готовой продукции. Вермикомпост, приводи сюда, вермикомпост бросаем под корень, как вам Ткаченко Андрей показывал в видеоролике «Биогумус под корень». Посмотрите, на Тобольском тракте есть видеоролик «Биогумус под корень». Посмотрите видеоролик «Биогумус Ткаченко». Есть два разных ролика. И на канале Андрея Ткаченко, и на канале Тобольский тракт. То есть мы говорим о том, что мы объединяемся вокруг одной идеи. В объединении. Объединение людей, которые хотят выращивать экологически чистое. Выращивать экологически чистые фрукты, яблоки, груши. Мы в этом году много-много вещей купили. Вы, возможно, смотрели наши ролики, как мы в подвале вам показывали. Там и экологически чистый виноград, экологически чистая айва, экологически чистые груши. Экологически вообще просто вообще какой-то космос. Мы живем в Белгородской области, здесь много людей. Действительно много людей не обрабатывают ядохимикатами. И в данной ситуации у нас есть прекрасная возможность что-то купить за деньги, что-то купить за удобрение. Вермикомпост переведем сюда. Переведем. Прекрасное, прекрасное. Органическое. Самое чистое. Черви через себя пропустили. Все такое гранулка к гранулке. Великолепное удобрение. И в данной ситуации, вот давайте еще разочек посмотрим на эти овощи. То есть, что нам дала Ирина? Она нам дала свеклу. Она нам дала около 30 килограмм, то есть 30 килограмм сельдерея, примерно 30 килограмм капусты. Она пересчитала по рыночной стоимости сейчас, и мы там, конвертируя через деньги, предложили ей такой вариант. Мы обмениваем твои вот эти овощи на 800 литров нашего вермикомпоста. 800 литров, это много. Вот перед вами пакеты по 20 литров, 800 литров, это, соответственно, 40 литров. Пакетов. 40 пакетов, это очень много. Ну, вообще много-много 40 пакетов. То есть Ирине будет много хорошо и в рассаду, и, возможно, растения подкормит. То есть, если бы она просто взяла всю вот эту продукцию, продала бы ее на рынке, например. Единственный в городе биогумус, который продается, это биогумус точки опоры. И он стоит почти 600 рублей за 25 литров пакетик. Почти в 600 рублей. И купила бы она максимум на эти деньги там 6-7 пакетов, это из расчета там
150-170 литров. А от нас она получит 800 литров. Она знает, что мы разводим червяков. Она знает, что у нас экологически чистое сырье. А что у этой точки опоры? Она просто не знает. Да? То есть эта точка опоры занимается также производством жидких органических удобрений или псевдоорганических. То есть это не то, что псевдоорганических, а органического происхождения. Так это называется, когда делается смесь. Когда делается смесь вермикомпоста с низинным торфом, и путем выщелачивания получается некая жидкость, где корректируется уже там либо количество по гумату, либо количество по макроэлементам. Проще говоря, отношение к экологически чистому земледелию там уже ноль без палочки. Просто ноль без палочки. И куда девается потом вот это вот отжатый вот этот вермикомпост с торфом, никто, соответственно, не знает. Возможно, он идет в тот же вермикомпост. И в данной ситуации, когда она, как образец, знает, что мы производим экологически чистый вермикомпост, а мы знаем, что Ирина Николай производит экологически чистые овощи, то мы являемся тем маленьким примером того, как можно вермикомпост использовать как монету, как деньги, просто как деньги. Я часто замечаю в интернете, как множество блогеров высыпают свой прекрасный биогумус вермикомпост на свои огороды безмерным количеством, мотивируя тем, что да он не продается. Да вы не искали, парни, не искали. Потому что продажа не говорит о том, что это должно быть только через деньги. В данной ситуации мы вам показываем шикарный сельдерей, где Ирина говорит, отложила весь мелкий, отложила, для вас положила самый красивый. То есть корешочки не обрезанные, чтобы он подольше хранился. А это прекрасная свекла, где нет суперкрупной, чтобы не было жилявой, где нет супермелкой. То есть она будет винегретная, она будет прекрасная. То есть мы объединяемся с Ириной Николаем вокруг идей экологически чистого. Иногда мы ее тоже своеобразно пугаем. Мы отмечаем новые года вместе, какие-то совместные праздники. И они так, как говорит иногда Ирина, таких слегка или повернутых, или какое интересное слово она употребляет, на экологической чистоте, у меня в окружении всего несколько человек. Ну, таких, как вы, так точно нет. Ну, у нас, если вот мы сейчас дом ремонтируем, мы ставим деревянные окна с современными стеклопакетами, но деревянные окна. То есть ни грамма синтетики, никаких пенопластов, никаких полимеров, никаких линолеумов. То есть мы идем ключом экологически чистым, да, то есть экологически чистый деревянный пол, деревянные окна, материалы на стены без всяких там гипсокартонов и всего на свете. То есть мы пытаемся создать весь свой быт вокруг экологически чистой идеи. И в данной ситуации мы, переведи сюда, на это прекрасное, мы множество раз будем переводить на хорошее, прекрасное удобрение, вокруг которого все и кружится этот вермикомпост, мы его обмениваем. Кому-то обмениваем на деньги, кому-то обмениваем на продукцию. И вам такое рекомендуем. То есть, если у вас есть в окружении червеводы, договаривайтесь с ними, подумайте, предложите им, что вы можете им предложить. Возможно, это овощи, возможно, это фрукты, возможно, это услуги. А они вам взамен вермикомпост. Если вы червевод, та же история. Если вы знаете, что человек выращивает экологически чистые овощи, и, возможно, у него есть излишек, где возьмете экологически чистые овощи? Пойдите на рынок и попробуйте их купить. Не найдете ни одного, ни в супермаркете, ни на рынке, нигде. Никто не производит экологически чистые овощи. Мы 28 лет отработали в полевых условиях, я вам скажу, никто. Абсолютно. 99,99% людей выращивают с участием минеральных удобрений и химических пестицидов. А здесь получается прекрасный тандем. И вам так советуем объединиться вокруг идеи, экологически чистой идеи, где с одной стороны люди желающие, с другой те, кто может помочь в данной сфере. И совместно мы сделаем наше окружение, нашу нацию, наше общение, те людей, с которыми мы общаемся, более сдержанными, более веселыми, жизнерадостными, ну и все, что вот может содействовать человеческому здоровью. Да? То есть человек, он счастлив только тогда, когда здоров.
На этом мы закончим. Пишите больше комментариев. И как всегда, наш девиз: здоровье и счастье — наша судьба. До свидания, друзья. Друзья, небольшое рекламное включение по той продукции, которую вы можете у нас приобрести. И буквально через минуточку опять же возвращаемся к теме ролика и пошли в том же русле. Мы проживаем в городе Белгород и предлагаем вам приобрести нашу продукцию. То есть это биогумус, вермикомпост, это черви, это какие-то вермикомпостеры, вермиконтейнеры. Обязательно посмотрите видеоролик АТ-220, презентация продукции семьи Ткаченко. В данной ситуации хочу вам сакцентировать внимание на биогумусе. Биогумус у нас двух видов, то есть он один идет с навоза, второй с сырья, в котором абсолютно нет семян сорных растений. То есть если с навоза там какое-то мизерное количество сорняков может остаться, при этом он будет супер питательный, ваши растения будут благоухать и очень хорошо развиваться. Посмотрите ролик «Биогумус под корень», например. И второй вариант — это биогумус экстра класса, в котором нет сорняков. Он очень будет полезен тем, кто садит в больших теплицах, в кассеты, в горшки, куда невозможно дотянуться физически, прополоть траву. То есть это идеальный компонент для любых почвогрунтов. По упаковке я вам сказал бы, мы делаем абсолютно любую упаковку, то есть это касается в том числе и магазинов. Есть по 2 литра, есть по 5 литров, есть полиэтиленовые пакеты по 20 литров. Вот если вы посмотрите видеоролик ТТ-42 биогумус от семьи Ткаченко, вы увидите, как в магазине я показывал, какие у нас 20-литровые пакеты. Чаще всего, когда покупают частники либо фермеры, они приобретают у нас в пропиленовых пакетах. Тоже, кстати, есть момент. Можно купить обычный пропиленовый пакет, а можно купить с полиэтиленовым пакетом внутри, полиэтиленовый вкладыш. То есть, если вы будете использовать сразу, не думайте ни о чем и берите обычный пропиленовый пакет. Если будете использовать через месяц, через два, через три, то рекомендую взять с полиэтиленовым вкладышем. Он дышащий. Это конкретно мешки, предназначенные для хранения сахара. То есть он дышащий, но при этом не дает намокать. И не высыхает особо, и дышит, то есть не задыхается. Весь наш вермикомпост прошел все стадии созревания. То есть он будет у вас не будет там никаких там плесеней, не будет никаких белых включений. И самое главное, здесь нет уже червей. Вот это очень важный фактор. Потому что если у вас будет в магазине лежать прозрачный пакет, но здесь сделаем этикеточку там, то есть ИП Ткаченко Андрей Сергеевич, краткая аннотация, биогумус. И если люди видят здесь ползающих червей внутри, они никогда их не купят. У вас никогда не купят этот вермикомпост, потому что даже если они видят хорошего червя, там красного, все равно не купят, потому что большая часть людей все-таки брезгливо относится к червякам. Весь наш вермикомпост прошел проверку на соответствие ГОСТу. То есть у нас есть, здесь мы в Белгороде, в Агрохим лаборатории проверили, то есть с мокрыми печатями, с подписями, протокол испытаний. У нас прямо суперский вермикомпост, то есть он полностью соответствует ГОСТу. Если хотите посмотреть, как растет на вермикомпосте, если вы не смотрели все ролики, которые у нас начинаются с НИ, Николай, Ирина, НИ1, НИ2, то есть это идут ролики, которые мы показываем, как все растет прекрасно. Может быть, вы эту серию и сейчас смотрите. Но на будущее обязательно посмотрите. Я не знаю, я вам уже говорил о том, что ТТ-42 биогумус от семьи Ткаченко. То есть мы в этом ролике описываем, какой вообще, что такое биогумус, если вы не знаете, что это такое. Поэтому обращайтесь. В описании к ролику будут наши представительства в Украине, два номера, наши контакты, электронная почта, номер телефона с WhatsApp, Viber, Ирина и Николай, электронная почта, также номер телефона с Viber. Ну и что, возвращаемся к основной теме ролика. Приятного просмотра, друзья.